Приветствуем вас, друзья, на канале Nice Bricks. Сегодня мы будем собирать набор LEGO Creator 2017 года «Робот-исследователь» под артикулом 310-62. Набор состоит из 205 деталей. И у нас робот может становиться собакой с реактивным ранцем светящимся или птицей со светящимися глазами. Внутри у нас раз пакетик, два пакетика. Два пакетика и три инструкции в пакетике. Теперь приступим к сборке робота-исследователя. Вот мы и собрали робота-исследователя. По цветовой гамме он напоминает новые наборы Mindstorms. Если нет возможности купить Mindstorms, надо покупать этого робота, как мы и сделали. Что же интересного может наш робот? Например, у него крутится, наклоняется в разные стороны голова. Также у него двигаются руки. Смотрите, какая у него здоровская клешня. Он может схватить что-нибудь большое или наоборот очень маленькое. А другая рука у него прожектор. Он даже в темноте сможет найти все предметы. Что же еще? Он у нас может очень забавно шевелиться, но только в сторону. Ну и, конечно же, поворачиваться вокруг своей оси и двигаться на своих гусеничных ногах. В общем-то, и все. Исследуя местность, робот пытается найти эти красивые салатовые камни. Очень милый робот в приятных цветовых тонах. Он будет младшим братом Валли, а может быть просто другом. Он очень подвижен и может, наверное, даже станцевать, но мы этого не пробовали. Надеюсь, следующие модельки будут такими же симпатичными и интересными. Если вам нравятся наши обзоры, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была команда Nice Bricks. До скорых встреч!